На заседании стали актуальны два вопроса. Первый – результат мониторинга по контролю за качеством объектов, которые благоустроили в рамках федерального проекта. Второй – изменения в государственной программе, направленные на обеспечение комфортным жильем и коммунальными услугами. Одно из нововведений – то, что торги по дворовым территориям должны быть завершены все до 1 мая, для того, чтобы как можно раньше можно было выйти во дворы с реальными работами. В 2019-м на выполнение программы по благоустройству из федерального бюджета было выделено 306 миллионов рублей. В программе комфортной городской среды участвуют 32 муниципальных образования. Это населенные пункты с численностью 1000 и более человек. В этом году предусматривается благоустройство 150 дворовых территорий.